Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем изучать мир Киберпанк 2077. Напомню, что основную сюжетную линию я прошел, и теперь я занимаюсь тем, что просто бегаю по карте и прохожу различные миссии. Ну, сюжетку здесь можно будет перепройти на второй раз, потому что она там никуда не исчезла, да? Так, я смотрю, у меня здесь что-то вот осталось, а вот здесь вот, да? А значит, мне надо, чтобы все было четко, все было там, как говорится, чики-пики. А это надо будет щемануть сюда. Ну что ж, тогда мы сюда и щеманем. Так, так, мне тогда, значит, надо здесь найти. А вот он, да, то есть недалеко за спиной у меня. Блять, мне вот это... А... В смысле боя с кем? В какой бой-то? Кого я тут бью? Мне как-то это долбанное оружие для блестяшек надо найти. Ну, точнее, уничтожить как-то эти блестяшки. Я что-то там полетел по какому-то квесту и... Хер пойми там, где эти блестяшки ему... Как их там убивать? Все, бой закончен. Слышь, ты что доебался до мужика? А, это не мужик, это баба. Ладно, тогда. Тогда ладно. Тогда давай. Делай, что ты там хотел сделать. Но не на людях. Какой-то патч вышел недавно, и хер его знает, что там за патч вышел. Так, мне сперва тогда, подожди, мне, наверное, тут тоже дохерища всего. Ну, судя по всему, здесь вот всего два места, да, куда мне надо купить квадро, а у меня не хватит, да? Давай вот сюда, вот так вот. У меня бабла не хватит там квадро это купить. Что-то вроде фармлю бабло, а бабла-то и не хватает. Равнины биотехники. Не, ну тут я вряд ли, конечно, на равнинах что-нибудь вообще найду. Давай мы корыто вызовем свое. Да ладно, прям так быро подъехало. Вот это да. Интересно, если я тут тачку в кашу расхерачу, раздолблю ее вообще, то же что? Она разобьется, убьется, или я могу ее... Или ее чинить придется, или пофигу вообще. Убивай, не убивай. Связь с Бенедиктом МакАдамсом и водителем, который должен был вывести его из города. Я выслала координаты. Езжай туда и разберись. Все подробности в письме. Всем приготовиться! А что, теперь в голову не убивает, что ли? Или ты какой-то там прям люто модный хер? А, подожди, это...
Я забыл первое правило киберпанка. Сохраняйся. Пипец. Первое правило киберпанка. Сохраняйся. Не, ну я-то сейчас таким добреньким уже не буду. Поехали. Охереть, я, конечно, просто не ожидал, что его от выстрела в башку не убьет. Блять, я опять забыл сохраниться. Да чтоб тебя. Ну, сука, придется побеждать тогда. Чё? Так, а как я-то хилюсь? Я и забыл уже, блять. Этот вопрос-то был не в том, что я там его в голову не убил, это босс был. Теперь понятно, почему я не смог его в голову-то убить, да? Потому что это был босс. Вот и все. Какая-то, что ли? Так, BD71C. 1C. Теперь он просит еще 1C и BD еще просит 1C и 55 надо, да? Вот, 1C, все, все. Все три забрал, отлично. Лучший. Сука, сколько ж тебе жизни-то там, блядь? Все. У меня так-то патронов не так-то много, чтоб я мог тут, блядь, на всякую вот эту херню. Какие-то киберимпланты. Сука, блядь, сколько играю до сих пор в этих... В киберимплантах не разобрался. Давай, это нормальная машина.
Ух ты, тачела-то какая. Что, нам ее угнать надо будет, да? Я бы на такой погонял. Как, но... Regrets, но regrets. Не знаю, что это значит. Кому там интересно, потом погуглите, узнаете, как это переводится. А может, вы просто знаете английский намного лучше, чем я, поэтому гуглить не придется. Так, что у нас тут сюда? Кофе. Что, блядь? Двухслойная куфия с цветочным уз... Ой! Ёбаный насос! Пиздец. Забыл просто, блядь, на какие эти... Играть забыл, на какие кнопки. Сколько его, блядь, уже? Чё... В каждой игре, блин, на разные кнопки назначаешь действия, поэтому потом, блядь, тупишь. Чё там да как. Всё. Я победил. Один С, один семь А, Е, так один С, нет, надо теперь один С на 55, чтобы вышло, или на 7А, да? Один С, 7А, семь, все. Да, вот на эту херню сканер. Я сканер хотел запустить там тогда и... И тупанул. Типа хотел посмотреть, может. Эту херню можно как-то сканернуть там. Отсканить. Окинул бомбу. Новый предмет, но я рад, что получен новый предмет. Здесь же где-то спуск вниз, да? Авторизация не пройдена. Открыть силой. Силы не хватает, да? Надо ключ от двери в подвале. Ну, давай авторизовываться, чё. И что? Как нам тут авторизоваться? Выключить, да? Всё, мы нашли ключ от двери в подвале или нет? Так, ну ты мне показываешь... А, здесь какая-то точка. Ну-ка, давай. Может, мы тут сможем авторить? Ну, давай лезь ты, ёптать. Блядь. Ну. Угу. Так, чё? 55. 1. БД. 55, вот, да. 55, теперь 1С и 55, да, надо выбрать? Или... Так, ну, 1С я не выберу, мне надо выбрать... Ах... Так, мне надо выбрать... Мне теперь надо решить, что выбрать, да? Е или 1С, или 1С и 55. Не, ну, по-любасу я могу только здесь, да, выбрать теперь. Е...
Ну, теперь я могу либо это, а ну тогда вот так и... Вот так, это все помощнее, все поприкольнее там, да? Блять, а ключ-то мне где здесь найти, у кого? Не, ну ты типа показываешь, что ключ-то где-то здесь, да? То есть, а где здесь-то, ёптать? Ты мне говоришь, там вниз пиз... А вот ключ доступа, блядь. Ну, если доступ разрешен, тогда пускай меня. О, новенький. Я смотрю, у Милитеха открылись вакансии. Что, сейчас типа погулять меня выведешь? Я здесь по поручению Дакоты. Твою ж мать! А чего раньше-то молчал? Я уже задолбался тут изображать, что якобы смеюсь в лицо смерти. Ладно, поехали отсюда. О, ноги ватные. Как будто месяц ими не шевелил. А можно на этой тачке? Бен, ты, бля, рядом со мной или нет? Я понять не могу. А, ты здесь, да? Знаешь, о чем я мечтал, сидя в подвале? О бухле и куреве. О дынях. Таких сладких, медовых дынях. Люди Дакоты их на генетической смеси растят. Тысячу раз вкуснее любой синтетики. Ну-ну. Вот сидел там и думал. Чё б только не отдал за такую сладкую-сладкую дынь. Ну, Джейсона, конечно, не допросишься. Сколько мы тут выжмем? 180. Чё мы это? Ви, небрежность не то качество, которое нужно развивать, особенно наемникам. Тебе надо было убедиться, что Бенедикт в безопасности, а не бросать его на произвол судьбы. В смысле? Случае, заказ закрыт. Я не понял, что произошло-то, блядь? А где я его бросил? А чё случилось-то? Я ничего не понял, блядь. Я его ехал, то есть я чё, то что я просто это, перепутал поворот, что ли, мне это? Вы вообще молодцы, конечно, блядь. Ну перепутал я поворот, и что? Чё такого-то, ёптать? Зашибись вы, да? Пока, мудак. Максимум, да? Ну ладно.
Нормально. Деревья сносил, там сносил, а тут какие-то это. Чё тебе надо опять? Да ладно, блядь. Я их задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлл. И друг чё? Хочет его вымещить. Да ладно, блядь. И мы должны сделать за него всю грязную работу. Сейчас я сделаю грязную работу, а ты мне опять скажешь там типа, а чё такой небрежный там, да, блядь? Ты небрежный, я тебе это того, да? Сука. Так даже. То есть вы прям по очень плохому захотели. Без Б. Сейчас мы с вами по очень плохому и по очень плохо и подступим. Чтоб вас, целюсь, пока в одного, другой убивает. Ладно. Не, ну это вы захотели по-жесткому. Это вы захотели жестко, я-то что? Хо-хо-хо. А, там было не убивать никого из Милитеха, да? А почему не убивать? В чем, почему? Да надо с пистолетом играть, ёптать. Что-то я... Дополнительно никого не убивать из Милитеха. Что-то заметил. Рассматриваю территорию. Thank you.
Эй, а что у меня? А, у меня типа... Ну а что с оружием-то стало? Почему я его не могу вытащить? Я не понял, почему оружие вытащить не смог. Херня какая-то. Лесное, да? Лесное уёбище. Сдаюсь. Мне ведь некуда бежать, да? Как, впрочем, и вам. Нихера себе, блядь. Так, ну здесь что-то надо это тогда, они какие-то прям... Либо я, блядь, играть разучился за это время, что не играл, либо они какие-то прям жесткие. Давай мы тактику Far Cry применим. Просто... Называется меня атакуют. Называется уебать и выжить. Я под обстрелом. Ты уже мертв, только ты об этом не знаешь. Ах ты ж, блять. То, что вы там просили никого не убивать, ну, сорян, блядь.
Так, ладно. Можно считать мы этих... О, блядь! Вставай ты! Мы уязвимы! Ну да. Это точно. Ну, почти. В общем, тактика работает. Ну, тактика Far Cry, она практически всегда работает. Поэтому... А что ты? Бежать перестал. ХП остался. Что-то как-то в этот раз тактика подвела меня. Да прекрати ты огонь, ёптать. Нет, нет, только не умирай. А, да, да, да. Блять, нихуя он меня ждал. Гад, блять. Так, а может мы тогда с дальнего начнем?
что тут снайпер, блядь, сильно борзый. Получается. Да вряд ли они для меня сильно сильные. Я в этом очень сильно сомневаюсь, что они. Ладно, мне надо сейчас посмотреть, какие у меня там дополнительные навыки и умения есть. И попробовать персонаж, да. Есть что-то, характеристики две. Урон от клинков не то. Техника. Отпирать двери. Так... Вне боя увеличивается на 30%. Ну, на 50% хорошо. Так, это пока сюда. Хладнокровие. Так. Быстрые удары прикладом. Это мне не нужно. Сила. Сейчас посмотрим, как ты будешь действовать. Именно это быть не может. Что вы тут все уже поопиздюлились? Господи!
Так, ладно. С этими разобрались. Где-то здесь есть Алешеньки еще. Четыре восьмерки, найс. Подожди, а куда этот-то хер спрятался? Беги, блядь, хуй ты уперся-то там. Что-то я не понял, откуда ты шмальнул за меня. Да ёб... Фу, блядь. Почти, сука. Ну и...
Да ё-моё, блядь. Ты чё такая мощная? Тебя чё, с пистолета не пробить? Или ты регенерируешься? Всё. Перестала стрелять. Кто там опять, блядь, кто в меня хуярит? Ху, блядь. Да ну нахуй! Фух, фух. Потненько. Потненько прям. Прям потненько. Не, ну это тактика рабочая, просто мне тут...
осторожны, это террорист! Да ты чё? А ты где прячешься, умник? А? Кричать-то вы все там. Ой, стой, подожди, сохранение. Доступно, выхожу. А, так, чтоб ты видел, да? А это как? А то... Я ж тебя не вижу, где ты? Как я выйду, чтоб ты руки видел? А если я выйду, а ты руки мои не увидишь? Будьте осторожны, это террорист! Так, мне где-то патронов надо для снайперки. Где-то патронов для снайперки добыть надо. Точно? Или пиздишь?
Так, 1С, 7, 1С. Просто почему, когда я его так, например, начал их убивать, мне эта кукушка там типа такая: «Ви, какого хера ты творишь? Тебе же надо их было не убивать там, да?» Почему она мне такое в конце скажет потом? «Ты небрежный. Ты убил, блядь, всех милитеховцев. Какого хера, Ви?» А я-то что я могу ответить, какого хера, блядь? Ну они мешали мне пройти, я чё должен был там? А чё ты не берёшься, не берётесь вы? Всё, у меня дохерища, что ли, этого хлама уже. Так, а кто дрона-то убил? Не понял, чё, кто? Кто там что базарит? Служба безопасности какая-то. Так, БД. 55, 7. Все, можно теперь будет это, тачку там купить. Немедленно выходите! А кто там говорит? Службы безопасности — это преступление! Хуя ты терминатор, блять. Он вообще как бы это... Он вообще почувствовал, что я в него стрелял-то? А? Слышь ты, служба безопасности, куда убежал? А, вот, я тебя нашел. Сейчас, чувак, я выйду. Ты же хотел, чтобы я вышел, да? Вот я и вышел. Или ты как-то хотел, чтобы я по-другому вышел?
Ну ты тогда сказал, как бы ты хотел, чтобы я вышел. Ты говоришь, ты же просто сказал выходите, но я и вышел. Чё ты тогда теперь? Упал тут, лежишь. А ты кто? А это, по-моему, эти просто работяги, да? Сейчас мы тут проверим сперва окрестность. Ох, нихера у тебя тут, блять. А зачем ты мне? Я уже не знаю, вот эти смысл есть вообще их вскрывать, нету. Брюс. Издеваешься? У вас же есть мои данные. Или ты не из Милитеха? Да, я не из Милитеха. Еще вопросы будут? Спокойно. Меня послал Арчи. Арчи? Арчи Крейн? Он самый. Только некогда прыгать от радости. Надо выбираться. Арчи знал, кого прислать. Ебать, конечно. Ну пошли. Хватит тебе тут сидеть. Пора размять кости. Ну, я что с удовольствием. Ты делаешь? Ты идешь? Поговорить с Арчибальдом? А как мне с ним поговорить? Брюс, дорогой ты мой! Я уж думал, мы тебя не вытащим из этой помойки. Арчи, ну ты и говнюк. Что? Этот лагерь существует из-за таких, как ты. Я видел тебя за рулем. Ну сколько они тебе платят? Достаточно, чтобы я мог купить тебе билет отсюда. Поблагодаришь потом. А сейчас нам пора. Слушай, Ви, вот еще что. Если решишь уехать из Найт-Сити, будь осторожнее на границе. Там, говорят, всякое случается. Всякое это какая? Я типа поговорил с ним или чё? Я же просила не устраивать бойню. Из головы вылетело? Да. По факту, конечно, работа сделана. Ты спас Брюса. Но поднимать такой шум не стоило. До связи. Какая суровая тетя. Тетя Мотя. И тут разбой, и тут разбой. А тут преступность организованная, да. Здесь можно купить чего-то там. Так, ладно. Ну что, на этом тогда все. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Пишите ваши комментарии. И всем пока. И до новых встреч.